«Краса России» у картины галереи Гаурей Лавашенки представили работы студентов Высшей школы народных мастерств. И она работает у Санкт-Петербурга. Навучальная установа рыхтует профессийных майстров по 17 профилях прикладного мастерства. Серед их корунка плетения, разьба по древе, мастацкая вышивка и роспись тканины, иконопись, ювелирное мастерство. Школа имеет 8 филиалов у разных городах Российской Федерации. Дипломные работы их навученцев сделаны вручную и у одином экземпляры. Коллекция уникальных работ богата разностайностью жанров и формов. Особливую цікавость представляет лаковая миниатюра. Это старожитный народный промысел, который развивался с 18-го стагодия у подмосковном селе Феодоскино. В 1930-х годах подняли вопрос, а почему бы и не открыть, скажем, такую вот своеобразную школу, где сохранялись традиции народного искусства, а именно лаковой миниатюры. Чуть позже, в 40-х годах, открылось отделение по живописи на металлических подносах. Это жостовское искусство. И в 60-х годах примерно открылось отделение живописи по эмали. Традиционное прикладное мастерство относится до уникального здобытку России, который не имеет аналога в свете. В опыт и сокрыты майстров заховываются и передаются с поколения у поколения.